Всем привет, я Николай Соколов, и в этом занятии мы с вами попробуем разобрать вот этот небольшой пассаж. Значит, здесь мы с вами будем обыгрывать до мейдж и фа мажор. Вот, значит, получается, нотки у нас по до мейджу какие с вами? До, ми, соль, си. А в фа мажоре какие? Фа, ля, до. Вот, и благодаря тому, что у нас общая нота до здесь, у нас будет получаться достаточно так интересное созвучие. Вот. Значит, сначала мы с вами будем играть небольшие удары здесь с вами будем рассматривать. Сначала первый удар у нас идет вниз обязательно, потом удар вверх и вниз, и обязательно делаем хаммер с 7 на 8 лад. Сыграли. Затем дальше переходим на пятую струну и играем 7-10, но тоже удар медиатора вверх на 7 лад, а вот на 10 лад мы играем удар вниз и делаем хаммер, точнее пул. Делаем пул. У нас получился тара-та-тара. Это обычный до мейдж. Ноты до, ми, соль, си. Си чистая, не си бемоль, как в септаккорде. Значит, здесь мы, получается, сыграли этот момент. Дальше мы с вами обыгрываем фа мажор. Фа, ля, до. И все. И получается у нас ритмическая основа. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Все. То есть это говорит о чем? То, что если мы с вами будем разбирать эту фразу, этот пассаж под метроном, то сильная доля у нас вначале падает на ноту си. Вот она. А следующая на ноту фа у нас падает следующий удар метронома. Вот. И теперь мы что делаем? Эту фразу переносим на октаву выше. У нас получается... Вот мы пришли сюда в сильную долю. Но уже обратите внимание не ударом медиатора, а слайдом. Вот, на вторую струну мы с вами переходим точно так же первым пальчиком. То есть там у нас будет, благодаря тому, что строй гитары, вы все знаете, что здесь у нас кварта, а потом большая терция, потом остальные кварты пошли, то здесь у нас получается небольшой сдвиг будет. То есть не все у нас будет идти гладко и сладко. Здесь мы делаем сами не какой-то не слайд, ничего, делаем хаммер и первым пальцем переходим на 10 лад. Перешли, сделали пул. То есть получается лады у нас. Здесь мы уже поняли, какие лады. 7, 7, 8. Потом на пятой струне 7, 10, 7, 8, 7 на четвертой 10. И делаем пул. Теперь дальше делаем слайд. Слайд в 9 лад, опять хаммер на 10 лад. Потом на третьей струне 9 лад, 12 удар. И делаем пул в 9 лад. Теперь хаммер в 10 лад. Переходим на вторую струну, 10 лад. 13 лад у нас получается с вами удар медиатора. И пул. Потом делаем слайд в 12 лад. Играем 12-13 хаммер. На первой струне у нас идет 12 лад удар медиатора. Потом 15 лад мы делаем удар медиатора. Делаем пул в 12. Затем дальше делаем в ноту фа слайд, затем делаем хаммер в 17 лад и приходим в ноту до. Затем от ноты до делаем все пулы. А вот дальше мы с вами переходим по обычному до мажор. Вот, это у нас обычное арпеджио. Давайте его тоже рассмотрим. 15-12, делаем пул. Затем на вторую струну приходим 13 лад. Это уже идет в правой руке у нас свиповое движение. Что такое свип, можем увидеть в другом уроке. Пришли сюда, в 13 лад на вторую струну. Потом переходим на третью струну первым пальцем. 12 лад. 14 лад на четвертой струне. Потом 15 лад на пятой струне. Здесь делаем пул на пятой струне в 10 лад. Потом переходим в другую позицию, мизинчиком играем 12 лад. И переходим первым пальцем пулом в 8 лад. И можем сыграть с вами аккорд мейдж.
Надеюсь, этот пассаж вам пойдет на пользу, и вы извлечете из него максимум полезного для себя. Успехов вам и удачи. Пока!